Ребятки, всем привет! С вами Александр, легенды Дарканомании, если я не перепутал ничего. В общем-то, как видите, я немножко тут разросся. У меня уже три логова земли, жилища земли, два водных, это наша новость. У меня даже три водных динозавра уже, динозавра, дракона появились. Появился у меня вот такой вот дракон-индеец. Так, а ну, кормить. На 10 уровень. Так, мне, как обычно, не хватает. Так, храм земли мне предлагает. Пока не хочу. Допустим, что мне нужно, чтобы прокачать моего самого сильного? Так, он там на скрещивании, значит, нужно вылупить какое-то яйцо. Это мне новый динозаврик. Обычный, правда? Для вашего нового дракона нет свободных жилищ. Что ты будешь делать? У меня же вроде бы было свободное жилище. Так. Жилище. Чем ему построить? Построим огненный. Стоять. А у нас он какой? Он же огненный вроде бы был. Огонь, да. Огонь. Значит, построим ему огненное. Оно, по идее, должно быстро построиться. Через пару сек построится. Так, тем временем. Кто у нас здесь есть? Так, давайте вот погладим этого животного. Это у нас гибрид воды и ветра. Облачко. Так. Кто мне здесь еще есть? Из интересных. Не знаю, вот это вы видели или вы не видели. Это у меня пыль. Так, заодно бабла накосим на них. Так, ну, мертвого мы знаем. Он у меня один из самых сильных, хотя уже нет. Он у меня редкий, уже есть эпичный у меня монстр. Сейчас я вам его покажу. Вот как только избавимся от этого яйца. Так, сразу на улучшение. И давайте переместим яйцо. Вот сюда. Так, ну такого у меня нет, но это что-то неизвестное. Так. Вот мой эпичный, ребятки, монстрик. Давайте его потренируем, чтобы он стал самым сильным. Да ну как? Как такое может быть? Тренировать заново. Ничего себе, обман-то какой, кукла бородатая была. Ну все, отстрелялись, отлично, он у нас теперь будет самым сильным. Так, что нужно, чтобы тебя качнуть? Храм земли и храм зелени. Так, понятно, до этого мы не доросли, а вот храмчик такой мы можем поставить. Постоянно еще убирать нужно эти деревья, то мы немножко так не справляемся. Что у нас есть по заданиям? Победите, победите, улучшите жилище земли. То мне и так они все второго уровня. Изучите кодекс дракона. Отлично. Хорошо. Это мы выполнили. Что ж, тогда пойдем сейчас с кем-то тыриться. Выиграйте битву колоссальная горгулья. А, почти так я же ее уже вроде как выигрывал. Так, 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 так. Камень, камень, камень. Там огонь, камень и ветер. Против ветра хороший огонь. Огонь, ветер, камень. Вот они втроем идут. Воду им просто не брать. Да и нормально будет. Вот тебя лучше не брать. Эпик. Эпик, эпик, эпик. Ну, вот тебя давай возьмем. Пойдем в бой. Думаю, как-нибудь разберемся уж.
Блин, я что-то так... Ага, вот. У меня есть растительность, огонь, камень. Камень здесь, собственно говоря, ни против кого не нужен. Ладно, будем, значит, долбить огнем. Опа, траванули. Но отравление, как я заметил, действует очень слабо. Мимо. Ну, не может быть такого. Так, минус один. Отлично. Но сейчас и у меня будет минус. 100%. Да, это жаль. А это хорошо. По двоим, это круто. Так, почти добили. Мимо. Твое слово. Стандартная атака. Идеальная атака. Так, вот эти прокачанные удары мне нравятся, конечно. Хорошая штука. Так, ну а мы можем взять такой вот гнев дракона. Я думаю, пальчиками херячу по экранчику. И все. Ну, справились. На две звездочки, правда. Дали нам 12 тыковок. Так, шикарно. Выполнили задание. У нас еще прошло улучшение. Так, ладно. И может пойдем что-нибудь подеремся? Как вы думаете? У нас еще есть бальчики. Пойдем еще подеремся. Так, я нахожусь на 17-й точке. А кто же у нас тут в противниках? У нас в противнике огонь. Огонь. 12 уровня, при том их двое, но они 12 уровня. Давайте смотреть. Огонь. Вода. Хороша вода против огня. Хороша вода против огня. А огонь слаб против огня и... Ну, нужно брать огонь и воду. Огонь и воду брать. Хорошо. Будем брать... Огонь и воду. Так, этого взял. Вот есть ты. И водичка, водичка, водичка. Почему у меня водичка такая слабая? 7-й уровень. А вот есть 10-й. Так, тоже слабачок какой-то. Давайте докормим, докормим. Непорядок какой-то получается. Это 10-го. Так, этот ветер не то. Не то, не то, не то, не то. Кого я так кормить хотел? 10-й. У меня никто сейчас не скрещивается. Да никто не скрещивается. Тебя, что ли, покормить? 9-й только получился, блин. Ну ладно. 9-й так 9-й. У них массовые атаки 3-го уровня. Будем пробовать. Почему я взял этого дракона? Кто мне скажет? Даже не догадываюсь.
Оу, ну тут я смотрю, нам, наверное, ничего не светит. Да, те ребятки сильные. Для меня они сильные пока что. Ну, одного сложил, но сейчас этот проатакует уголек и завалит просто всех. Он очень жирный по здоровью. Так, ну вот один уже ушел из наших. Ну, не сможем, наверное, завалить, хотя, может быть. Ну, да, один, наверное, останется. О, мы возьмем сейчас гнев дракона, что мы... По-моему, я мог его взять уже на прошлом ходе. Да? Вот и все. Ха, смогли. Ну, такая большая разница между десятым и... Ну, разница между не десятым и двенадцатым уровнем, а разница между тем, что у них в Академии третий уровень ударов был. Так, а кто у меня здесь? О, ну, здесь попроще будет. Огонь, 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 огонь. Значит, нужно брать воду, 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 воду. Блин. Так, сольку я взял. Ну, никого нету с прокачанными ударами, да? Кого бы взять? Так, против кого там огонь не силен? Огонь не силен. Против огня еще. Так, где там моя насолька? Ксиль. Ксилька. Так, ну вот ты есть еще. Ну попробуем. Умыли одного динозаврика. Да, очень слабо. Но зато по всем. Мимо. Так, мы на грани провала. Вот, ё-моё, да, немножко не добил и потерял уже одного динозавра целого. Двоих. Все, кают нам, ребят. Первое поражение, по-моему. Да ладно, не добил. Я специально бил его слабым ударом, чтобы добить. Но, оказывается, нет. И гнев нам тоже не светит. Радуйтесь, радуйтесь, это ненадолго. Мне нужно достроить, конечно же, храмы, ребятки, иначе, да, не могу качаться. Нужно строить храмы. Так, 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 так. Нужно отвоевать замок. Понятно, нет у нас энергии. Это же ерунда, нам приносит денежку. А сейчас она перестала приносить денежку, потому что ее снова разломали. Ну ладно. В общем, там такие дела у нас, ребятки. Сейчас нужно поставить нам на скрещивание еще монстров. Вот-вот-вот как вывести. Зелень, ветер, вода. Кого-то зелень, ветер, вода сейчас мы и поставим. Зелень, ветер, вода. Ветер, вода. Вода. Ну, пусть себя, в общем-то, скрещивается, ребятки. Ну, на этом пока что. Пока что все. В общем-то, понемножку растем, зарабатываем денежки, строим эти долбанные храмы. Ну, это как Monster Legend. До скорых встреч.